Подпишись, если хочешь, ты оставь коммент и поставь здесь лайк. И знаете что? Вы напишите мне приятный комментарий, он будет у меня день рождения в каникулах по дням вторник. Напишите какие-нибудь 2 числа, напишите какой-нибудь веселенький комментарий, чтобы меня подбодрить. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Дима, и сегодня мы запишем ролик про... И тут добавилось обновление, Козья пещера, кстати, чуть не забыл. Вы пишете 10 стишков, не можно скоротить, и я их зачитываю в следующем ролике. Пожалуйста. В закрепленном комментарии будет. И короче, знаете что? Ну вот что в этой козьей пещере водится. Козьи. Еще я нашел вот это яичко. Разбитое. Оттуда вырвался. Ну, козы, козья пещера. Для нее запишем. Мы тут сегодня в креативе летаем. Много чего посмотрим. Так, давайте элементы эти изучим до конца. Так, ставим вот эти оборудования. Берем кучу всякого барахла. Да, мы еще не запишем 10 минут. Я эту личную версию не видел, но мы ее распакуем. Да, запаковка стоит 2000 рублей. Фу-то-ли. Не-о-то-ли. Так, давайте возьмем кучу всякого всего. Вот этим не будем заниматься. Так. Камеру уберем вот в другое место. Все сделали и будем делать наш любимый мусорок. Господи. Элемент такой есть. Кстати, вам надо химию подучить. Да. Мусора куча мы создаем. Да, так можно и на телефоне делать. Итак, эта ссылка будет в описании. Да, описание на прочитайте. Тебе нормально надо на специальную кнопочку нажать, и будут уже описания. Вот так вот, и не забудьте. Описание можно где угодно читать, дома, в России. Козы размножились! Закрываем для элемента подумать. Один. Так, и у козьих пещеру стали лечить чаще. Редстоун, запишите это себе в бок, значит. Так. И мы до сих пор продолжим. Кадр номер 2. Что это сейчас? Козы, хватит прыгать. Может, без рук одна останется. Давайте еще очков 2 подождем.
Так, прокрутите. У вас тут будет красивое освещение. Бу-бу-бум. Кстати, у меня на каникулы около день рождения. И да, вы пишите такие комментарии, когда у меня будет день рождения. Она будет... Что за явление? Мне стул зашатался. И знаете что? Вы напишите мне приятный комментарий. Он будет у меня день рождения, я в каникулах поднем в туалет. Напишите какие-нибудь 10-2 числа. Напишите какой-нибудь веселенький комментарий, чтобы меня подбодрить. И да, на Новый год вы тоже можете какой-нибудь комментарий набрать, а я вам покажу еще какую-нибудь крутую версию контента. Кстати, вышло 19-е, знаете что? Я посмотрел, я ее не могу скачать, потому что там надо акробат покупать. Так. Переходим к серьезным делам. Номер 3. Да, мы походим на этой штуке. И если кто-то что-то там... Ладно, будем продолжать. Что это такое? Мы по канатной дороге идем по Канаде. Сальтуки! Так. Сейчас будем все здесь минировать. Все заминируем здесь. Все взорвем. Все тут будет взорвано. Все будет взорвано мной. Никакого больше добра не будет здесь. Поехали. Что он не выжил? О, беда. Мы можем вылетать с козьей пещеры. Мы ее распаковали. Дальше будет... Да, в таких пещерах чаще всего козы встречаются на глубине. Ну, например, на вон такой вот. 14-й глубина. Не понимаю, какая здесь глубина. А еще, ребята, я вам скажу серьезные. Ну, да, не серьезные, но серьезные. Сейчас полетаем и скажу. Короче, да-да. Ну, я потом запишу про игру, когда наступит декабрь, выйдет игра Ice Cream 6. Я про нее запишу вам, чтобы вам было интересно. Ну ладно, не буду вас жекать по пустякам. Будем продолжать. Номер 4. Я заспавнился в джунглях, значит, когда вы будете ее только скачиваться, вы будете спавниться в джунглях. Ха! Двойной сальто. Пандочки. Это что еще такое? Да, бамбуковый лес заканчивается, но наоборот не заканчивается. Пища! Так. Наверное, опять козья пещера. Поселках. Может, тут тоже козья пещера. Какая-то фигня, не пещера. Тут ничего такого нету. Что тут такое? Ну, не разумеется, выйдет 24. О, слушайте, вот. Ну, мы на этом будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ладно, мы не будем заканчивать.
Ну, сейчас будем мы вылетать из этого поселочка, пещеры. Во второй поселок залетим и посмотрим. Бландеры там было. Не шучу, шучу. Да. Мы найдем скоро Вандера. Да, мы докопаемся до этих версий, где будет Вандер. Я пробую. Короче, медлогал. Медлогал забугал. Ну ладно, еще ну, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Подпишись, если хочешь, ты оставь коммент. И поставь здесь лайк, ведь несложно взять мышку и кликнуть разок. Подпишись, подпишись. Стоп, секунду. We'll be right back.